В Одессе мужчина попытался взорвать гранатой полицейскую, свою бывшую жену, которая работает следователем в одном из областных райотделов. Женщина обратилась за помощью к коллегам, поскольку экс-супруг постоянно угрожал ей и родным, и, по ее мнению, был готов перейти от слов к делу. Так и оказалось, узнав, что женщина собирается в Одессу, он решил подкараулить ее возле железнодорожного вокзала. По данным полиции, именно здесь он и намеревался взорвать гранату. Правоохранители задержали мужчину, боеприпасы изъяли, и теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.